Стародубка «Адонис горит свет» – такой знакомый цветок из детства. Кто бы мог подумать, что золото, которым весной усыпаны местные лесные полянки, находится на грани исчезновения. Да-да, обычная стародубка занесена в Красную книгу Кузбасса. Чтобы не настали те времена, когда дети будут рисовать исчезнувшие цветы на асфальте по рисункам из книг, в городе решили напомнить жителям, что цветы – это не только красота, но и хрупкая экология. Я бы хотела это пожелать всем взрослым и людям, чтобы они никогда не задавали эти цветочки. Акция экологическая называется «Сохраним первоцветы». В эту акцию включены все школы области, и наша школа в том числе. Ребята рисовали рисунки, проводили классные часы, ребята рисуют рисунки на асфальте, проводят работу с населением города, раздавая листовки, объясняя людям, почему не нужно рвать первоцветы. На защиту нежных весенних цветов стали и дошкольники. Воспитать любовь к природе. Из дежурных фраз из учебных методичек воспитателей вырос целый флешмоб. Дети идею поняли. И это главное. Потому что их очень мало осталось. Надо беречь природу. Экологическая акция призвана лишь напомнить о необходимости беречь лесные красоты. Стародубка, а еще венерин, башмачок, ландыш, подснежник, огоньки – все эти нежные первоцветы могут исчезнуть, если не только дети, но в первую очередь взрослые не задумаются о том, где поставить запятую в предложении «сохранить нельзя трогать».